А люди же, которые задают э, в большом количестве вопросов мои моей реакции на дело канских подростков на пятилетний приговор Никите Уварову, которому на момент ареста было 14 лет, сейчас 16, а, и понимаете, я вот искренне не понимаю, что вы хотите услышать. Неужели вы действительно думаете, что я, подобно некоторым моим разных лет товарищам буду призывать к расправе над подростками и говорить да, правильно посадили, они же там собирались взрывчатку варить. Ну. Нет, мне не кажется правильным, когда сажают подростков. Мне не кажется правильным, когда их сажают за даже и эксперименты со взрывчатыми веществами, потому что у большинства подростков в юности, в детстве бывают такие эксперименты, но дело даже не в этом. Предлогом, так их аресту было якобы создание ими тайной экстремистской организации. Ну и потом, понимаете, я вообще никогда не понимаю людей, одобряющих карательные меры. Вот искренне не понимаю. Я как бы ну, чувствую, могу на уровне какой-то личной эмпатии. Что переживать людям, которые присоединяются к большим группам, к большим структурам, государству, как им кажется, и призывают к расправам и репрессиям? Может быть, это сладкое такое чувство личной безопасности, что вот я успею раньше призвать к такому или раньше донести, чем это сделает сосед. Может быть, это наслаждение от собственного плохизма. Некоторые любят быть хоть плохими некоторые хорошими. Но для меня, э, так или иначе, это неприемлемо, непостижимо. Я не понимаю людей, которым нравится призывать к расправам. И зачем они призывают, я не знаю. К тому же, если канский подросток в 16 лет будет посажен за такого рода переписку, э, есть высокий шанс, что выйдет он убежденным врагом режима. На мой взгляд, это очень плохо.